Ну что, Стеша, ты наелась насекомых, я смотрю, да? Все, тебе уже не лезет. Вот эти товарищи налетели в квартиру, пока было жарко. У меня нет сеток на окнах. Вот они у меня ползают. Стеша их уже наелась. Больше ей, походу, уже не лезет. Она уже так просто играет. Этот вообще пузом кверху барахтается. Ох, какой крутой линолеум, да? Ох, какой крутой. Не можешь перевернуться, жук? Какого вот лешего ты сюда прилетел? В мою квартиру. Че, где он? Всем доброе утро. Я всю жизнь работаю в сфере услуг. Ну, а как это вот назвать? Допустим, детский сад, да, воспитатели. Я обслуживаю детей, их родителей, обслуживаю. Сфера услуг. Сейчас плюсом работаю в фитнес-центре. Я обслуживаю клиентов. Я провожу с ними тренировки. Обслуживаю. Я, в принципе, человек, который может найти общий язык вообще хоть с кем абсолютно. И с детьми, и со взрослыми. У меня не было никогда конфликтов. Я всегда находила пути, чтобы обойти конфликт, чтобы обойти проблему и не раздувать конфликт из нее. И решить на корню эту проблему. Но вчера это была уже просто последняя капля. Конфликта как такового не случилось, я не допустила его. Но вчера впервые за период времени работы в фитнес-центре я готова была отказаться от клиентки. Я и сегодня прошла ночь, говорят, утро вечера мудренее, прошла ночь, я и сегодня с этим же решением в голове, что я готова отказаться работать с одной из клиенток дальше. А вот сейчас вопрос. Кто работает с людьми? Кто оказывает услуги людям? Бывали у вас такие моменты, когда вы вот реально вас бесил клиент, вот реально просто раздражал? И вы были готовы отказаться от работы с ним? А проблема, знаете, в чем? Проблема в том, что эта девочка, посещая групповые тренировки, групповые занятия, требует с меня внимания, как на персоналках. Она не может понять, что кроме нее есть еще другие девочки. Она не может понять, что на групповых занятиях выбираю тренировку я, выбираю музыку я. Ну и вообще, в принципе, ты приходишь в группу. Индивидуально с тобой работы будет за час, ну, может быть, процентов 10. Все. Все остальное идет на группу. Я ей как-то сказала уже, приходи на персоналки. На персоналках я тебя в кавычках облежу, я тебе все расскажу, все подскажу, все поправлю. Ты ходишь на групповые. Чего ты от меня требуешь? Вчера был вообще абсурд, просто настолько абсурдная ситуация. Я терпела. И в конце тренировки я даже не стала общаться с девочками, как это всегда происходит. Я заканчиваю тренировку, еще с каждой из них общаюсь отдельно. Я просто ушла в тренерскую, чтобы сделать такой хороший вдох, выдох, расслабиться, дабы не выйти и на нее не накричать. Что вчера произошло? Да началось все элементарно, с моего цвета волос. Она пришла на тренировку и меня спросила, ты что такая огненная? И знаете, для нее это нормально. Каждый раз приходите мне говорить, так ты сходи гиалуронку сделай, что-то у тебя морщины везде. И вообще смени парикмахера. А что у тебя такая маечка сегодня? Вот знаете, с придирками, просто с придирками. Я как-то ей сказала, тебе не нравится ходить ко мне на тренировки? Не ходи, выбери другого тренера.
А она ведь нет, упорно она идет, упорно. В общем, вся эта история вчера началась с моего цвета волос. Дальше тренировка началась, я включаю музыку, и она тут же мне говорит: «Чё включила какую-то фигню? Мне не нравится эта музыка». Занавес. Девочки просто в ауе, по-другому это не назовешь. Ой, Стеш, ну куда ты пошла? Я, конечно, все понимаю, Стеша. Вот. Посмотри на меня. Мы с тобой сфотографируемся, Стеша. Кс-кс-кс. Кс-кс-кс-кс. Вот так сделала кадр. И Стеша ловит насекомых. Я даже забыла, про что я рассказывала. Музыка ей не понравилась. Я ей сказала: нормальная музыка, как раз тот темп, который нужен для сегодняшней тренировки. Все. Она просто сразу сменилась в лице, потому что я не пошла у нее на поводу, не сменила музыку. Дальше. В процессе работы я периодически то лицом к ним работаю, то поворачиваюсь лицом в зеркало, ну, как бы вижу их. Иногда требуют, да, таких ситуаций, что нужно повернуться, чтобы работать со всеми в унисон. Ее не устроило то, что я повернулась к ней спиной. Мне кажется, тут уже просто комментарии излишни. Вот посоветуйте, что мне делать. Я просто сейчас вот на границе того состояния, чтобы просто от нее отказаться, прийти к директору и сказать: я не хочу работать с этой клиенткой. Я не хочу. Она упорно ходит ко мне на тренировки, а я ее видеть на своих тренировках не хочу. Самое интересное, что когда она на тренировки не приходит, она ходит вторник, четверг, суббота, когда ее в понедельник, среду, пятницу нету, люди, я кайфую. Я кайфую, у меня тренировки приходят просто огонь. С ней у меня нет никакого настроения работать дальше.